начинал свой школу, мальчик принимается в этом выступе, сделанном в обоих учениях Михаила Сама, до выявления победителя матча. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова вас приветствовать в гостеприимном городе Ижевске, где прямо сейчас проходит первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок. Сегодня у нас очередной соревновательный день, и сегодня будут разыграны комплекты медалей в упражнении «Пистолет пневматический. Пары смешанные». Так, сейчас у вас на экранах две команды. Это участники первого медального матча, который будет проходить за бронзовую награду. Две эти команды заняли 4-е и 5-е шеста в квалификации. И давайте я вас познакомлю с участниками первого бронз-матча. Стрелковые позиции B и C сейчас занимает команда Свердловской области в составе Диана Гаглоева. Она занимает позицию B, кандидат в мастера спорта. И ее напарник, который занимает позицию C, также кандидат в мастера спорта, Матвей Трифонов. Их соперниками в этом медальном матче будет команда Белгородской области в составе мастер спорта Кристина Ермакова. Она занимает позицию F. И ее напарник на позиции G, кандидат в мастера спорта Александр Ковалев. Сейчас будет у спортсменов есть некоторое время для того, чтобы пристреляться, так называемое время на подготовку и пробные выстрелы, после чего начнется финальная борьба за первый комплект бронзовых наград. Отличительной особенностью именно этого упражнения, упражнения пары смешанные как на пневматической винтовке, так и на пневматическом пистолете, является то, что здесь разыгрывают сразу два комплекта бронзовых наград. Здесь будет одна серебряная, одна золотая и две бронзовые медали. Формат финала – это медальный матч. Правила его проведения очень простые. Участники будут выполнять одиночные выстрелы. На каждый выстрел им дается по 50 секунд. Результаты каждого участника команды складываются, и команда, которая покажет лучший результат, заработает 2 балла. Команда, которая покажет худший результат, баллов, к сожалению, не заработает. Ну, а в том случае, если обе команды покажут нам равный результат, каждый из них начислится по 1 баллу. Обладателями первой бронзовой награды и победителями в медальном матче станет команда, которая первой наберет 16 или более баллов. Уважаемые зрители, я напоминаю, что в финале подсчет результатов, подсчет достоинства пробоины ведется с 10 медалями. Наивысшее достоинство пробоины – это 10 и 9. И вот сейчас прозвучала команда старшего судьи финала «Стоп». А значит, совсем скоро у нас обновятся мишени, и мы начнем наблюдать за финальной борьбой спортсменов. Начинается первый финальный выстрел. Обратите внимание, что у участников есть таймер, на котором ведется отсчет времени от 50 секунд, по которому спортсмены могут ориентироваться и смотреть за тем, сколько у них осталось времени на выстрел. Обратите внимание, что первые 2 балла зарабатывает команда Белгородской области. Они открывают счет. Прекрасный выстрел делает Кристина Ермакова. Кстати, я напоминаю, что Кристина Ермакова в личном упражнении «Пистолет пневматический» забрала бронзовую награду. А вчера в составе, в командном упражнении, также «Пистолет пневматический» в составе белгородской команды, они забрали, по-моему, серебряную медаль. И, в общем-то, сейчас команда Белгородской области может вновь пополнить свою копилку наград еще одной бронзой. Кстати, вторая белгородская команда также будет принимать участие в медальном матче за бронзу. Мы их увидим совсем скоро по окончании первого бронз-матча. Вот ребята из Белгорода продолжают нам показывать высокие отличные результаты. Вновь зарабатывают 2 балла и лидируют на данный момент со счетом 4-0. Прекрасный выстрел у Кристины Ермаковой. Начала на этот финал тоже отлично. 10-4, 10-2 второй выстрел. И пожелаем ей такой же прекрасной работы на протяжении всего финала. У
кстати говоря, можно заметить, что команда Белгорода вошла в этот финал на 5-й позиции. Они заработали 559 очков. И всего лишь на 1 очко их опередила в квалификации команда Свердловской области. Они прошли в финал на 4-й позиции и заработали в квалификации они 560 очков. Не намного опередили на самом деле, но вот сейчас пока стрельба на порядок выше получается у Белгородской области. Хотя, уважаемые зрители, если вы обратили внимание, в предыдущей серии Матвей Трифонов сделал прекрасный выстрел наивысшего достоинства 10,9. И, тем не менее, к сожалению, этого немного не хватило для того, чтобы заработать первые баллы для своей команды. Лидирует сейчас по-прежнему Белгород со счетом 6-0. Девушки уже выполнили выстрел. Теперь давайте посмотрим на результаты юношей. И вот немного опережает команда Свердловской области своих соперников. Зарабатывают они таки первые 2 балла. Удается сократить небольшой отрыв. Сейчас счет 6-2. Лидирует по-прежнему команда Белгородской области. Вот прекрасный выстрел делает Александр Ковалев. 10,5 попадает и зарабатывает для своей команды еще 2 балла. Команда Белгородской области уверенно приближается к победе. Лидируют они теперь уже со счетом 8-2. Ну, а я напоминаю, что медальный матч проводится до 16 или более баллов. А это означает, что половина пути к победе команда Белгородской области уже прошла. Прекрасно начинает Диана Гаглоева, 10,5. Посмотрим на результат ее напарника Матвея Трифонова. 9,3 он попадает. И давайте посмотрим на общие результаты. 2 балла зарабатывает команда Свердловской области. Они не сдаются. На порядок лучше делают выстрелы. Более чем на 2,5 очка опережает команда Свердловской области своих соперников. Счет сейчас 8-4. Начинает догонять команда Свердловской области Александра Ковалева и Кристину Ермакову. Матвей Трифонов, 9,9 Диана Гаглоева. И гораздо лучше выстрелы в этот раз делает команда Белгородской области. Прекрасный выстрел Александра Ковалева 10,4. Немножко похуже на 0,1 всего лишь у Кристины Ермаковой 10,3. И это, безусловно, позволяет вновь команде Белгородской области заработать еще 2 балла в свою копилку. У них сейчас 10. Ну, у команды Свердловской области по-прежнему 4 балла. Они немного отстают. Вновь прекрасный выстрел у Кристины Ермаковой. 10,8 попадает. И даже несмотря на не очень удачный выстрел ее напарника Александра Ковалева, он попал 8,5. Тем не менее, этого достаточно для того, чтобы заработать еще 2 балла. Сейчас у команды Белгородской области уже 12. Вот мы с вами можем посмотреть на то, как выглядят в целом выстрелы Кристины Ермаковой. Сейчас у нас на экранах с вами монитор, который стоит у нее на столе. У спортсмена на столе сохраняются все выстрелы. Он может отследить, в каком направлении делаются выстрелы, в случае чего сделать поправку даже во время зачетной стрельбы. Для того, чтобы контролировать работу, для того, чтобы контролировать кучность выстрелов и то, как вообще они производятся.
Вот сейчас 10-4 попадает Александр Ковалев, 10-4 попадает Диана Гаглоева. Ну вот за счет того, что Матвей Трифонов сделал выстрел достоинством 10-3, 2 балла достается команде Свердловской области. Немного им удается сократить отрыв. Сейчас у Свердловской области 6 баллов. Ну а у их соперников, у команды Белгородской области, 12 баллов. Неплохой результат у команды Свердловской области. Вновь они зарабатывают 2 балла, продолжают сокращать отрыв. 8 баллов уже набирает команда Свердловской области, 12 у Белгородской области. Всего лишь на 0,1 команда Свердловской области опередила Александра Ковалева и Кристину Ермакову. 19-4 сумма у Матвея Трифонова и Дианы Гаглоевой, 19-3 у команды Белгородской области. Ну, вот у ребят из Белгорода есть небольшое преимущество сейчас, но, тем не менее, расслабляться нельзя, потому что даже вот каждая десятая, как сейчас, будут решать, кому достанутся очередные 2 балла, и у команды Свердловской области есть все шансы результат сравнять и даже вырваться вперед. Смотрите, какие прекрасные выстрелы они сейчас сделали. 10-0 Диана Гаглоева, 10-2 Матвей Трифонов. Давайте посмотрим на результат их соперников. Вот вновь они зарабатывают 2 балла, практически уже сравняли счет, 12-10. Лидирует пока команда Белгородской области, но ребята из Свердловской не сдаются, уверенно они сокращают отрыв. Обе команды настроены на победу, обе команды рассчитывают на медали. Десять-ноль начинает Кристина Ермакова и 10-0 Диана Гаглоева. Все сейчас будет зависеть от результата юношей. Александр Ковалев делает выстрел немного лучше, чем Матвей Трифонов. И зарабатывает команда Свердловской области очередные 2 балла. Счет на данный момент 14-10. Так называемая ситуация матч-поинта, когда следующим выстрелом команда Белгородской области может завершить борьбу. Обратите внимание, у вас сейчас на экранах обувь спортсменов. Это специальная это обувь спортсмена специальная, которая необходима для того, чтобы повысить устойчивость. Она выполняется из более жесткого материала. Вот посмотрите, 10-8 прекрасный выстрел Александр Ковалев. И победу одержала команда Белгородской области со счетом 16-10. Они зарабатывают очередные бронзовые награды в свою копилку. Я напоминаю вам, что участники команды Кристина Ермакова и Александр Ковалев стали победителями в первом медальном матче за бронзовую награду. Ну а наша трансляция с вами, уважаемые зрители, сейчас прервется на небольшую паузу, и спустя несколько минут мы с вами увидим участников, которые поборются за второй комплект бронзовых наград.
Иси, команда Краснодарского края. Тимашина Анна и Лизинатов Марат. Населковый позиция. Столица Петербургской области. Махова Мария и Селков. Занять свои позиции. Уважаемые зрители, наша трансляция продолжается, и сейчас перед вами участники второго медального матча за второй комплект бронзовых наград. Как я сказала ранее, отличительной особенностью упражнения пары смешанные является то, что здесь разыграют сразу два комплекта бронзовых наград. И вот первый медальный матч уже подошел к концу. Ну а сейчас перед вами участники, которые заняли в квалификации третье и шестое места. Итак, давайте я представлю для вас участников второго медального матча. Стрелковые позиции B и C занимает команда Краснодарского края в составе Анна Юмашева. Она занимает позицию B, кандидат в мастера спорта. Ну и рядом с ней на позиции C, также кандидат в мастера спорта, Марат Янузаков. Их соперниками сегодня стала команда Белгородской области. В составе Махова Мария, кандидат в мастера спорта, она занимает позицию F. И напарником ее стал кандидат мастера спорта Егор Смоляков. Он занимает позицию G. Формат проведения финала остается точно таким же. Это еще один медальный матч. Я напомню для вас правила его проведения. Сейчас участники будут выполнять одиночные выстрелы с лимитом времени 50 секунд. Результат каждого участника команды суммируется, после чего команда, которая набрала большее количество очков, будет зарабатывать 2 балла. Команда, которая покажет худший результат, баллов, к сожалению, не заработает. Но в том случае, если результаты у обеих команд будут равными, каждой команде начислится по 1 баллу. Обладателем второй бронзовой награды и победителем в этом медальном матче станет команда, которая первой наберет 16 или более баллов, после чего медальный матч будет завершен. Ну а сейчас у участников, у спортсменов также дается им время для того, чтобы подготовиться, время на подготовку и пробные выстрелы. Сейчас у вас на экранах их пробные мишени, это то, как они пристреливаются. Результаты пристрелки не учитываются в финальной борьбе. Как только начнется зачетная борьба, зачетная стрельба, мишени будут обновлены. И вот вы можете обратить внимание на то, что в правом верхнем углу мишени есть такой черный треугольник, который как раз обозначает, что мишень сейчас пробная, и в зачете она учитываться не будет. Помимо этого, в финале также не учитываются результаты квалификации. По квалификации спортсменов только разводят на медальные матчи. То есть, по правилам, две команды, которые заняли 4-е и 5-е место, участвуют в первом медальном матче. Команды, которые заняли 3-е и 6-е места, участвуют во втором медальном матче. Все результаты обнуляются, и все спортсмены начинают сначала, с нуля. И у обоих команд есть равные результаты для того, чтобы заработать бронзовые награды. В этой паре команды Краснодарского края прошла в этот финал на 3-й позиции. Они заработали в квалификации 562 очка. Команда Белгородской области прошла на 6-й позиции. Они заработали немного меньше, 558 очков. Но, тем не менее, у обоих команд есть абсолютно равные шансы для того, чтобы заработать бронзовые медали. Сейчас у вас на экранах Егор Смоляков, кандидат в мастера спорта.
Команда Белгородской области, кстати, очень молодая. Егору всего 15 лет, и его напарнице Маховой Марии всего 14 лет. Они на порядок младше, чем свои соперники. И, тем не менее, они демонстрируют высокие результаты. Егор – неоднократный участник всероссийских соревнований, а Махова Мария – призер и победитель первенства России всероссийских соревнований. Она неоднократно участвовала на так называемых открытых соревнованиях, то есть боролась с спортсменами не только из Российской Федерации, но и из Республики Беларусь, выступала на международных стартах. Поэтому, несмотря на столь юный возраст, у команды Белгородской области есть все шансы. Кстати, еще обратите внимание на то, что участники одной команды, скажем так, одна пара, они находятся в одинаковой форме. Это форма региона. Сейчас у вас на экранах представительниц команды Краснодарского края. Вот такая вот яркая, очень выделяющаяся желто-зеленая форма у региона. И помимо этого на плече у спортсменов есть опознавательная табличка, которая также дополнительно указывает на принадлежность спортсменов тому или иному региону. Команда Белгородской области тоже находится в кофтах своего региона. Это черно-красные кофты. На спинах у всех спортсменов написан свой регион. Есть также дополнительные опознавательные эмблемы, есть флаги регионов. В общем-то, это новое требование, требование регламента соревнований о том, что на стартах пары смешанные, на стартах командных, участники от одной команды, представители одного субъекта Российской Федерации должны находиться в единой форме. Вот все команды, все регионы стараются это требование соблюдать, а некоторые регионы просто одеваются в единую форму. Это всегда, просто могут быть черные футболки, например, или футболки одного цвета, кофты. Но, конечно, гораздо красивее смотрится, когда это форма с опознавательными знаками, это форма своего региона, которая выполнена в цветах флага этого региона. Вот сейчас давайте посмотрим первый финальный выстрел. И первые 2 балла зарабатывает команда Краснодарского края. Ребята открывают счет. Не очень хорошо начали Махова Мария и Егор Смоляков. 2 восьмерки они попали. Ну, я думаю, что это только первые выстрелы, и дальше ребята смогут собраться и показать нам отличные результаты. Кстати, обратите внимание, уважаемые зрители, что у некоторых спортсменов на лице есть такие очки. С одной стороны, это наглазник, который закрывает взгляд, который не участвует в процессе прицеливания. А с другой стороны, это специальный прицел, который ограничивает попадание света. У Маховой Марии и у Егора Смолякова как раз такие очки, с которыми стрелять на самом деле удобнее. Хотя некоторые спортсмены используют просто резинку и пластиковый или бумажный наглазник, что тоже разрешено правилами, что тоже возможно. У некоторых спортсменов вставлена линза в эти очки, но это все зависит от индивидуальных особенностей спортсмена. Для того, чтобы не надевать контактные линзы или не надевать очки, используют вот такие вот специальные устройства. Хотя некоторые спортсмены продолжают стрелять с очками, с контактными линзами. Это все индивидуальные особенности каждого стрелка, и каждый стрелок сам выбирает, как стрелять, с каким оборудованием. Вот сейчас первые 2 балла заработала команда Белгородской области. Удается им заработать первые 2 балла. Счет сейчас 4-2. Лидирует команда Краснодарского края. Прекрасный выстрел сделал Егор Смоляков. 10-6 попал. И это позволило команде Белгородской области заработать первые 2 балла.
вновь команда Белгородской области делает прекрасные выстрелы. 10-5 Мария Махова, 10-2 Егор Смоляков. Ну и не менее хороший выстрел сейчас у команды Краснодарского края. Они зарабатывают 2 балла. 10-7 попала Анна Юмашева. 10-1 Марат Минузаков. Вновь они зарабатывают 2 очка. Лидируют сейчас со счетом 6-2. Хотя не намного они опередили своих соперников. И все сейчас решают буквально несколько десятых, на которые опередила команда Краснодарского края своих соперников из Белгородской области. Вот очередной выстрел. Анна Юмашева попадает 10-1. И вновь 2 балла зарабатывает команда Краснодарского края. Лидируют они уже со счетом 8-2. Я напоминаю, что медальный матч будет проводиться до 16 баллов. Соответственно, команда из Краснодарского края половину пути уже прошла. Для того, чтобы одержать победу, им необходимо набрать еще 8 баллов. У команды Белгородской области по-прежнему 2 балла. Кстати говоря, тренер команды Белгородской области или тренер команды Краснодарского края может запросить тайм-аут. Для этого ему нужно обозначить это старшему судье финала, после чего будет время для того, чтобы подойти к своим спортсменам, дать какие-то рекомендации, как-то поправить своих спортсменов, после чего, как правило, результаты улучшаются. Ну, пока тайм-аутом не воспользовался ни один из тренеров. Ну, вот 2 балла сейчас заработала команда Белгородской области. Немножко сократили отрыв, ребята. 8-4 сейчас счет. Лидируют по-прежнему Марат Янузаков и Анна Юмашева из Краснодарского края. Ну, вот в этой серии выстрелов команда Белгородской области опередила своих соперников на значительное. Достаточно сильно. Более чем на 1 очко они опередили. Ну, кстати, я не знаю, слышите вы на трансляции или нет, но в зале сейчас присутствует огромное количество болельщиков, зрителей, которые поддерживают своих спортсменов, которые всячески аплодируют, выкрикивают разные кричалки для того, чтобы мотивировать и поддерживать стрелков. Но, тем не менее, финалистам это никак не мешает. Смотрите, 2 балла вновь зарабатывает команда Белгородской области. Счет сейчас 8-6. Как я уже сказала, совершенно никак не мешает ни зажигательная музыка, которая сейчас играет в финальном тире, ни аплодисменты и поддержка зрителей. Дело все в том, что все спортсмены используют беруши, используют наушники для того, чтобы никак не отвлекаться от стрельбы, не обращать внимания ни на какие внешние факторы, для того, чтобы полностью погрузиться в работу и все внимание сконцентрировать на технике выстрела, на том, как его производят. Вот сейчас Марат Минузаков попадает 10-0. Давайте посмотрим на результат его напарницы Анны Юмашевой. Она попадает 7-1. И вот сейчас команда Белгородской области сравняла результат. Счет 8-8. Обе команды сейчас на одном уровне, и у обоих команд есть равные шансы для того, чтобы заработать бронзовую награду. Медальный матч будет продолжаться до 16 или более баллов. И сейчас обе команды прошли половину пути к победе. И предположить, кто из них продемонстрирует нам лучший результат, пока очень сложно. Прекрасный выстрел. Егор Смоляков, 10-3. И давайте посмотрим на результаты остальных спортсменов. 2 балла заработала команда Краснодарского края. Всего лишь на 3 десятых опередила своих соперников. 10-8 сейчас счет в их пользу. Ну, хотя на самом деле сумма на команду 18-0 – это не очень высокая сумма, особенно для финала, потому что максимальный результат, с которым
скажем так, максимальная сумма, которую можно набрать. В том случае, если оба стрелка делают выстрел достоинством 10,9, можно набрать 21,8. 21,8 – это максимальный результат. Конечно, такой результат встречается крайне редко, но он имеет место быть, и к такому результату необходимо стремиться. 10-5 попадает Махова Мария и вновь сравняла команды Белгородской области. Результат, счет 10-10. И это напряженная борьба, второй медальный матч. Он оказался таким напряженным, интересным. Обе команды стремятся одержать победу, не сдаются, продолжают бороться. Девятка попадает Марат. Давайте посмотрим на результаты остальных участников этого финала. И вновь 2 балла заработала команда Белгородской области. Немного они вырываются вперед. Лидируют сейчас со счетом 12-10. Прекрасный выстрел сделала Махова Мария. Она попала 10-5. Центральная десятка, так называемая, которая в финале центральной десятки никак не отображается. Здесь подсчет идет и так с 10 медалями. А вот во время квалификации там как раз центральные десятки учитываются. И в случае равенства результатов, если, например, две команды или два спортсмена показали равный результат, их разводят по центральным десяткам. У кого их больше, тот, соответственно, занимает место выше в турнирной таблице. Прекрасный выстрел у Марата Янузакова, 10-7, и это позволяет команде Краснодарского края сравнять результат, счет 12-12. Буквально 2 выстрела выигранных отделяют обе команды от победы. Сейчас очень напряженный момент. Необходимо максимально сконцентрироваться спортсменам, максимально собраться и показать все свои возможности для того, чтобы заработать медали. Атмосфера в финальном тире тоже напряженная. И вот сейчас 2 балла зарабатывает команда Краснодарского края. Счет сейчас 14-12 в их пользу. Матч-поинт. И сейчас следующим выстрелом команда Краснодарского края может завершить борьбу. Ну и команда Белгородской области, я думаю, они не будут сдаваться. Они сейчас максимально соберутся, сконцентрируются, настроятся на работу и покажут свой максимум. У них также есть шансы счет сравнять и одержать победу. Прекрасно начинает Егор Смоляков, 10-5. Давайте посмотрим на результат Маховой Марии. 10-2 попадает, и они сравняли результат, счет 14-14. Я напоминаю, медальный матч проводится до 16 баллов, и это означает, что следующий выстрел может решить, кому из какой команде достанется вторая бронзовая награда. Ну, конечно, может сложиться и так, что сейчас обе команды сделают выстрелы равного достоинства, каждый начислится по 1 баллу, и борьба будет продолжаться до нарушения равенства, в момент, пока кто-то из них не покажет результат выше. Атмосфера сейчас в финальном тире очень напряженная. Так, 10-4, Марат Янузаков, 8-7, Анна Юмашева. И давайте посмотрим, кто станет обладателем бронзовой награды. Анна Юмашева и Марат Янузаков стали обладателями второй бронзовой награды. Это команда Краснодарского края, с чем мы можем их поздравить.
И, уважаемые зрители, сейчас мы сделаем еще одну небольшую техническую паузу, после чего вы сможете увидеть на своих экранах участников медального матча за золотую награду.
Уважаемые зрители, наша трансляция продолжается, и сейчас у вас на экранах участники медального матча за золотую награду. В квалификации они заняли первое и второе места, и сейчас будут бороться также в формате медального матча за золото и серебро. Давайте я познакомлю вас с участниками этого медального матча. На стрелковых позициях BEC, команда Красноярского края. Мастер спорта Мария Попова, она занимает позицию B. И вместе с ней сегодня выступает мастер спорта Никита Ман, он занимает позицию C. Их соперниками сегодня стала команда города Москвы. Позицию F занимает мастер спорта Алина Лисица. И позицию G занимает мастер спорта Игорь Шелудяков. Формат проведения финала остается прежним. Это медальный матч. Участники будут выполнять одиночные выстрелы с лимитом времени 50 секунд. И команда, которая будет делать лучшие выстрелы, зарабатывает 2 балла. За худшие выстрелы команда баллов не зарабатывает. Ну а в том случае, если обе команды делают выстрелы равного достоинства, каждый начисляется по 1 баллу. Обладателями золотой награды и победителями медального матча станет команда, которая наберет 16 или более баллов. Другая команда станет серебряным призером этих соревнований. Уважаемые зрители, я напомню для вас, что команда города Москвы сейчас может пополнить копилку своих наград, и Алина Лисица заняла первое место в личном первенстве в упражнении «Пистолет пневматический». Заработали они с командой «Золото» в командном упражнении «Пистолет пневматический», и сегодня есть все шансы у команды Москвы пополнить свою награду еще одной золотой медалью. Но Игорь Шелудяков заработал в составе команды Москвы в командном упражнении «Пистолет пневматический» бронзу. Помимо этого, он также является участником финала в личном упражнении «Пистолет пневматический». Ну а на экранах у вас сейчас команда Красноярского края. Помимо зачетной стрельбы, сейчас у спортсменов есть точно так же время для того, чтобы пристреляться. Время на подготовку и пробные выстрелы. Она дается в начале каждого финала и дается в начале каждой квалификации. Перед любой стрельбой у спортсменов есть время проверить свое оружие, проверить свою изготовку и настроиться на дальнейшую качественную работу. Как я говорила ранее, по новым правилам все участники должны быть одеты в единую форму. Можем обратить внимание, что у Красноярского края своя форма – это яркие, выделяющиеся, красивые оранжевые кофты. У команды города Москвы тоже форма единая. У Алины Лисицы и кофты, и штаны из формы сборной региона. В общем-то, по этим кофтам, по этой форме можно сразу узнать, какому региону, какому субъекту федерации принадлежит тот или иной спортсмен. Ну, конечно, красивая картинка, которую мы с вами сейчас можем видеть, это все в том числе благодаря некоторым изменениям, которые каждый раз вносятся в правила для того, чтобы повысить зрелищность финалов. Помимо непосредственно самой экипировки, спортивной формы, вы также можете обратить внимание на другие детали экипировки спортсменов. Вот, например, у Никиты Ман, представителя Красноярского края, у него на поясе есть ремень, который он, за который он зацепляет, не то чтобы зацепляет, а на который он кладет свободную левую руку. Другие стрелки кладут свободную левую руку в карман, но здесь все зависит от изготовки спортсмена, от того, как он привык стрелять. Такие пояса часто встречаются. Вы их можете заметить на разных спортсменах, даже на профессиональных стрелках. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, от того, как ему комфортнее. Кто-то убирает руку за спину, кто-то кладет ее в карман.
Ну, вот некоторые спортсмены используют вот такой вот специальный пояс в том случае, если на их одежде нету карманов. Помимо этого, на спортсменах также можете обратить внимание, у них есть козырьки. У Игоря Шелудякова это кепка, у остальных участников это специальные козырьки, которые ограничивают попадание света, которые позволяют взгляду гораздо лучше сконцентрироваться на работе, на выстреле. Тоже очень много на самом деле в стрельбе приспособлений для того, чтобы повысить концентрацию. Например, раньше, когда это позволяли правила, спортсмены использовали капюшоны. После того, как их запретили, сейчас они разрешены, они могут быть на форме, но воспользоваться капюшоном во время стрельбы нельзя. Ну, также есть некоторые правила к козырьку. Он не должен... длина, на которую он выходит за лоб спортсмена, тоже регламентирована. И самое главное, он должен быть выполнен из мягкого гнущегося материала. Ну вот сейчас проходят первые финальные выстрелы. Прекрасный выстрел делает Игорь Шелудяков, попадает 10-5. И это позволяет команде Москвы заработать первые 2 балла. Они открывают счет. Счет сейчас 2-0. Вновь команда города Москвы зарабатывает 2 балла. 10-7 делает выстрел Игорь Шелудяков. Прекрасный результат. 4-0 сейчас счет. Но команде Красноярского края немного не хватает. Они также показывают нам достойный, высокий, хороший результат для финала. Пока что у стрелков нету недалеких отрывов. Не выстрелов какого-то низкого достоинства. Все выкладываются на максимум. Ну вот пока лидирует команда города Москвы. Это ребята более опытные. У них есть опыт не только всероссийских соревнований, выступлений на всероссийских соревнованиях, но и многократно они выступали на международных соревнованиях. Вот сейчас вновь они зарабатывают 2 балла. Счет теперь уже 6-0 в их пользу. Ребята уверенно приближаются к победе, настроены на хороший результат. Ну, как я отмечала ранее, тренер команд может спросить тайм-аут для того, чтобы дать какие-то рекомендации. Но вот сейчас во время финала пока что еще ни один тренер не воспользовался этой возможностью. Ни на предыдущих медальных матчах, ни пока что в этом медальном матче у нас тайм-аутов с вами не было. Хотя такая возможность есть, и зачастую на международных стартах ее используют. Две девятки у команды Красноярского края. Вновь 2 балла зарабатывает команда города Москвы. Лидируют они сейчас со счетом 8-0. Уже половину пути к победе ребята прошли. Вот в этой серии выстрелов они буквально на 0,2 опередили своих соперников. 19-4 у Красноярского края и 19-6 было у команды города Москвы. Команда Красноярского края с каждым разом делает выстрелы, старается делать выстрелы лучше и лучше. Разрыв между результатами становится меньше. Если вот буквально 2 выстрела назад разрыв был в целое 1 очко, сейчас выстрел был всего лишь, разница выстрелов была всего лишь 0,2. И тем не менее этого не хватило все равно для того, чтобы заработать первые 2 балла. Сейчас с девятки начинает Игорь Шелудяков. 10-1 попадает Алина Лисица. И тем не менее... вновь они опередили на 0,2. 19-4 у команды города Москвы, 19-2 у Красноярского края.
И со счетом 10-0 сейчас лидирует команда города Москвы. Очень уверенно они приближаются к победе. Быстрыми шагами. Вот вы также можете на что обратить внимание. Это время, за которое спортсмены делают выстрел. На выстрел участникам дается по 50 секунд. И даже несмотря на то, что не сразу после команды старт спортсмены поднимают свои пистолеты, не сразу начинают прицеливаться, тем не менее, практически все участники делают выстрел менее чем за 30 секунд. И времени, как правило, остается достаточно. Вновь команда Москвы зарабатывает 2 балла. Лидируют они сейчас уже со счетом 12-0. Видно, конечно, что команда Красноярского края, ребята из Красноярского края расстроены. Стараются собраться, стараются выкладываться на максимум. Ну вот Москва их опережает. Ну, загадывать пока о том, кто же выберет золотую медаль, мы не можем, потому что это медальный матч, и его результаты, как правило, непредсказуемы. Даже с счетом 14-0 команда, которая на протяжении всего финала проигрывала, может одержать победу. Ну, а сейчас 2 балла заработала вновь команда города Москвы. На 0,7 опередила своих соперников. Счет сейчас 14-0. Матч-поинт. Следующий выстрел. Если вновь команда города Москвы одержит победу, они в сухую победят своих соперников и заберут золотые награды. На этих соревнованиях, на первенстве России, которое сейчас проходит в городе Ижевске, мы с вами еще не видели ни на одном финале вот такой вот победы со счетом 16-0. Прекрасные выстрелы у команды Красноярского края. 10-5, 10-0. Давайте посмотрим на результат их соперников. И вот не будет такие победы в сухую, не будет счета 16-0. 2 балла зарабатывает команда Красноярского края. Счет сейчас 14-2. Ну, если ребята продолжат работать в таком же формате, в таком же духе, у них есть все шансы результат сравнять и победу одержать. Они опередили своих соперников на 0,8. Это достаточно существенно для спортсменов такого уровня. А все участники этого финала, все участники этого медального матча, это мастера спорта. Сейчас 9,9 попадает Никита Ман. 9-0 попадает Мария Попова. Ну, а у команды города Москвы прекрасный выстрел. Алина Лисица, 10-6. 9-5 Игорь Кутяков. Обладателями золотой награды, победителями в упражнении пистолет пневматический, пары смешанные, стала команда города Москвы в составе Алина Лисица и Игорь Шелудяков. Серебряными призерами стала команда Красноярского края в составе Никита Ман и Мария Попова. А сейчас вы на своих экранах увидите всех призеров в этом упражнении. Я напоминаю, что обладателями первой бронзовой награды стала команда Краснодарского края в составе Анны Юмашева и Марат Янузаков. А обладателями второй бронзовой награды стала команда Белгородской области в составе Кристины Ермакова и Александр Ковалев. Сейчас они все у вас на экранах. И вы можете еще раз посмотреть на призерах первенства России по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок в упражнении «Пистолет пневматический, пары смешанные». Уважаемые зрители, на этом наш сегодняшний финал подходит к концу. Мы с вами на этом не прощаемся. Первенство России продолжается. Уже завтра мы с вами вновь встретимся в финале упражнения «Винтовка пневматическая в личном первенстве». Уважаемые зрители, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели. До новых встреч!
Я бы ушла, то сейчас все выключу.